Мессенджер Telegram заблокировал 78 каналов, через которые радикалы рассылали сообщения о деятельности ТИГИЛ. Известно, что через него экстремисты объявили о своей причастности к парижским атакам и теракту на борту российского самолета над Синаем. Кроме этого, приложение использовалось для публикации пресс-релизов террористической группировки на 12 языках. По мнению экспертов, активность террористов Telegram объясняется его сложной технологией шифрования. Она надежно защищает сообщения от перехвата. 2 года назад мессенджер запустил основатель российской соцсети ВКонтакте Павел Дуров. Сейчас у сервиса 62 миллиона пользователей по всему миру. Политики не раз выступали с просьбой запретить сервис, так как через него боевики якобы вербуют новых сторонников. Сегодня шифрование применяется везде, в каждом мессенджере, WhatsApp, в ваших банковских системах. И если бы мы сразу говорили, что государство должно иметь возможность взлома шифрования, то это бы навредило всем гражданам, а не только преступникам.